Чемпион по надежности. Ну что, ребят, всем привет. Сегодня приехала на рыбалочку, на поплавочную удочку с лодочкой, на мое любимое место, где я обычно ловила сазана. Сегодня у нас ветришка. Вот, но надеюсь, рыбалка удастся. Сейчас поплыву до того места, где я обычно ловлю. Туда сейчас не подойдешь из-за того, что камни, воды много, поэтому там только на лодке привязываться. Опа. Так, место, конечно, очень неудобное. Ничего. В комплекте к лодочке у нас идут два весла, насос и две сидушечки деревянные. Сейчас буду быстренько надувать ее и отправляться в наше небольшое путешествие. К сезону я себе решила приобрести надувную бюджетную лодочку бренда Magnum Pro. Модель 240, она небольшая. Это универсальная лодочка, идеально подходит для рыбалки и отдыха. Ну все, накачала я по-быстренькому лодочку. Сейчас все установлю. И можно плыть. Ну ладно. Все. Лепо опёр с лодки пробую. Посмотрим. Ну все, села я. Сейчас доплыву до своего места, где буду сидеть. Так. Блин, лодочка вообще такая удобная, прикольно маленькая, прям кайф. Так, где-то я, ух, где-то я здесь. Сидела. Так, сейчас вот. Стоп. Так, оба, все, привязались, сели, туда будем кидать. Все, начинаем. Так, где моя удочка? Смотрите, удочка для лодочки специально маленькая такая. Правда, когда ее раскрываешь, то вообще она очень длинная. Ну, вообще, где-то сазана я здесь ловила примерно. Я не знаю, что сегодня получится. Только у меня получилось на рыбалку более-менее выбраться до этого
Не могла, потому что диплом защищала, все защитила. Скоро выдадут, так что можете меня поздравить. Теперь у меня есть юридическое образование. Так. Ветришка, конечно, раздувает прям неплохой такой. На лодке удобно, потому что там, видите, какой берег каменистый. Не особо удобно из-за этого. Потому что сползаешь, я там еще упала так сильно и еле вылезла с воды. Это очень опасно. Я вам потом покажу, но вы и так видите, какие камни, они уже водой облиты, скользкие. Из-за этого я туда шла и упала. А вылезти обратно не получается, потому что скользко, ну, вы сами понимаете. И все, деваться некуда. Такие вот дела, так что с лодки намного безопасней. Нормально. Думала, 2 грамма будет мало. Так, ну что, давайте сейчас сразу закину, потом буду закармливать. Рыбалочка на червя, как всегда. Ничего у нас нового. Никаких суперинтересных приманок. Червя, конечно, накопал много. Надеюсь, сегодня хоть удастся карасика половить, а то я уже соскучилась по рыбалке. Ох, красота. На лодочке удобно. Так. Сейчас быстренько закину. Подшатывает, конечно, неплохо так из-за волны такой. Но ничего страшного. Брат уже начал ловить. У него поклевывал бычок. Поэтому я не знаю, что у нас будет с вами тут клевать. Блин, такая удочка легкая, аж непривычно. Оп, готово. Закинули. Ну, на волне, конечно, такое очень плохо видно, поклевочку. Надеюсь, что-то удастся вообще поймать и показать вам. Давайте к прикольнике перейдем. Так, у нас тут ананасозана и на карпа сладкая. Сейчас замешаем с вами. Опа. Себе в карман убираем. Давайте замешаем. Лодка вообще идеальна для одного человека. Вот прям такую, какую я хотела себе очень давно. Потому что большая, она не нужна, с ней неудобно возиться, таскать ее, поднимать. А эта легенькая, ее быстренько донесла, спустила и все. Потом вам чуть подробнее о ней расскажу. Красота, блин. Поклевку не видно. Надеюсь, вообще будет клевать. А то если будет клевать бычок, это будет просто атас. Я не хочу здесь бычка ловить в таком прекрасном месте. Так, пока прикольнички хватит, оставлю. Ва. Блин, вообще красота. Водичка тепленькая еще. Совсем тишина. Уже 10 минут, поклевки вообще никакой нету. Рыба вообще даже не плещется почему-то. Это мне не нравится.
кажется, надо было закинуть просто вот сюда. Смотрите, какая. Кайф, плотвичка. Закинула под берег. Сейчас там закармливать будем. Вот она. Ай, сразу клюнула. А я куда-то на глубину кидаю. Только закинула в бок. Сразу поклевка. Вот это я понимаю. Сейчас там закормим, туда будем с вами кидать. Там и волнишка не раздувает так. Поплавок сильно, и все видно. Сейчас. Закинем. Опа. Давайте, онлайн поклевка. Будет, не будет. Вышло солнышко. Брат поймал одного сазанчика. Надеюсь, что он меня сейчас пригреет и начнет сазан клевать. Но сейчас хотя бы вообще поклевки начались. До этого вообще поклевок не было. Сейчас что-то поклевывает, объедает. Надеюсь, это не всеми любимый бычок, который тут частенько присутствует. Вот она, мелочь, которая объедает всего моего червя. Ну, вы посмотрите на это. Это вообще, что такое? Это вообще ужас. Она вообще не видно тоже всплесков, видимо. Очень рано сюда приехали. Или же все-таки погодные условия. До этого у нас дожди были. Выполнена эта лодочка из высококачественного ПВХ, что обеспечивает надежность и при этом не теряет маневренность и управляемость лодочки. Ширина лодки 1,2 метра, длина 2,4. Вес самой лодки 10 килограмм всего, ребята. Это вообще ничего, 2 5-литровые бутылочки. Переместилась я на другое место. Буду сейчас здесь пробовать. Кстати, волнишка поменьше, поплавок получше видно, чем там было. Помочь вылезти? Или что-то не получается? Да волна. Вот сюда. Только аккуратней, чтобы ее не пробить. Стой. Давай руку. Лодку только держи-то. Я плавать за ней не буду. Что наловил? Две плотвы. Небольшие? Садись с берега хоть. Есть первая крупная рыбина, не бычок, скорее всего, карасямбрик. Кайф, почувствовала сегодня карасиную поклевку. Смотрите, красавчик какой. Дима, надо было сразу мне с берега садиться. Давай, ух ты, иди сюда. Ох. Блин, хоть поклевки ощущаешь. Так, давай. Червячка взял. Ну что, можно меня поздравить с таким первым лаптем, наконец-то. Отпускаем, пусть идет. Так. Давайте червячка поднасадим и опять закинем. Там местечко прикормить не могу, все прикормку истратила. Ребят, тоже нету, придется как-то так выживать. Ну, конечно, погодка сегодня не очень, неудобно из-за этого ловить. Неудобно. Так.
написано, что Найсус 3000-ная. На другой удочке у меня 2000-ная. Это побольше взяла. Мне та понравилась, и я решила вторую такую заказать. Потихонечку меняю свои катушечки. А то есть старые уже, которые лет 5 надо менять. Так, есть. Опять, походу, тут... О, не бучу. О, латвичка. Кривнула. Я подумала, что опять бычок. Тише, тише, тише. Ну, хоть клев начался. А то вообще затишье у меня было. Так. Но из-за волны все равно неудобно так на поплавок ловить. Сейчас бы где-нибудь в камышике встать. Вот это было бы хорошо. А так неудобно особо. Ох. Удочка, ребята, у меня Nautilus Bola 3,60 она. Ну, я никогда не встречала таких легких удочек. Она прям очень легкая и удобная для лодки. Самое то, особенно как она складывается. Я жду. Ну, это совсем мелкий. Прошлый был побольше. Вот такой вот. Небольшой карасямбрик. Ветрище у нас разду вообще сильный прям. Обещали сегодня, что вообще ветра особо не будет. Но... Как всегда, прогноз погоды нас подводит. Крючки, ребят, Гюрза поставила на вот эту вот удочку. Серия Карп, 5-й размерчик. Ну, Сазана, я думаю, он выдержит. Вообще советую эту фирму. Уже все знакомые пользуются. Она очень хорошая, прочная и... Главное, что не особо дорогая. Хорошо, на фидер прям плывет карась один за одним. Весь такой неплохой идет. На удочку слабоватенько в этом месте. Смотрите. Самый большой бычок. Просто посмотрите, какое ветрище раздул. Я даже не знаю, слышно меня, нет. Ветер у нас прям ужасный. Ну, главное, что я сегодня обкатала свою новую лодочку. Она мне понравилась, потому что она компактная, удобная, я ее могу спокойно одна таскать в любое место. Так. Если что, заказывала на Озоне. Первый раз заказала на Озоне лодку. Ну, что-то такое, серьезную покупочку. Все хорошо. Все лучше, чем я ожидала. Немножко его чуть по отзывам надо смотреть. А там довольно много отзывов. Так, вот так она складывается. Все легко и просто. Все. Вот так вот мы поднимаемся, чтобы за раз все унести. Так. Так.
Ничего не забыли. Сезона забыли здесь. Килограмм на 6. Вот что мы забыли. Так. Стараюсь унести это. Не так легко все. Когда у тебя не 4 руки. Да ё-моё. Вот так. Ух, капец. Еле дошли. Завершаем нашу рыбалочку. Сегодня была просто разведка сазаньего места, на котором всегда сазан клюет. Но в этот раз мне не повезло. Надо чуть попозже туда ехать. А так поплавала на лодочке, насладилась природой, поймала чуть-чуть. Мне уже достаточно. Так что всем пока. Ставим лайки.